Дневная бабочка из семейства нимфалиды. Название происходит от Камиллы. В греческой мифологии амазонка, погибшая в битве Рутулов с Энием. Крылья черно-серого цвета, у самцов с небольшим синеватым отливом ближе к их корням, с белой прерывистой перевязью и мелкими бурыми пятнами по нижней стороне заднего крыла и на вершине переднего. Нижняя сторона крыльев пестрая, оранжево-коричневая с белой перевязью. Встречается в различных типах мелколиственных, широколиственных и смешанных лесов, преимущественно по берегам рек и водоемов, под пологом леса, где имеются разреженные места или небольшие поляны, а также на лесных опушках, в редколесье. Обитает преимущественно локально, предпочитая не покидать пределы своих мест обитания. К дальним миграциям не склонны. Развивается в двух поколениях. На севере ареала только одно поколение. Лед первого поколения в июне-июле, второго поколения во второй половине августа до первой-второй декады сентября. Самцы образуют скопления по берегам луж, водоемов, на цветах зонтичных, помете, гнилых фруктов. Самки ведут скрытый образ жизни, держатся преимущественно возле верхушек деревьев, спускаясь к земле крайне редко.